Laba diena, mėly svečiai ir mėly mūsų šios dienos, šiandien prasidedančios trijų dienų lygos ir į užsienį vadinom lice. Этой конференции, этой темы, которая нам создана литовцам и тем, которые любят Литву и любят ее язык и историю. Эта тема, наверное, тоже очень дорога и близка. И мы очень счастливы, что вот эта конференция как раз посвящена временам года по Данилайтесу или по пониманию Данилайтеса. Времена года — это мы все сталкиваемся с ними, и хотя в разных частях мира или у разных народов времена года даже отсчитываются по разным календарям и по разным датам, но все-таки я думаю, что сам Бог и сама природа устроила так, что все-таки она имеет основные черты. Время — это времена года, это весна, почему-то хочется начинать себя с весны, это лето, это осень и зима, которые очаровательны каждый по-своему, каждое время года очаровательное по-своему, и по-своему нам всем дорого. И чтобы долго не задерживать своим таким кратким вступлением, я думаю, что мы уложимся в график, хотя чуть-чуть опаздывали, тут разные причины этому, но слава Богу, мы не начинаем. И я хотел бы попросить вступительное и поздравительное слово сказать нашего амбассадора, господина Рената Самопроса. Добрый день всем друзьям этого дома. Встречаем вас грядными дождями. Сам пора, кажется, хотя и погода еще теплая. Очень приятно всех вас видеть. Сегодня в доме Балтрушайтиса. Это особенный день для всех нас и для этого дома. Международный научный семинар «Времена года. Посвящение Данилайтесу» возвращается и возвращает нас к традициям, которые сложились в этом доме 15 лет назад. Но, наверное, они сложились еще раньше. Гораздо раньше, я бы сказал, когда дипломатическим хозяином этого дома был посол Литвы Йозас Балтрушайтис, чье творчество принадлежит и Литве, и России. И эти традиции продолжил тогдашний атташе по культуре Йозас Балтрушайтис, который сегодня с нами. Спасибо вам, что приехали. Чье актерское искусство также соединило две традиции. Может быть, дух Балтрушайтиса, оставшийся в этом доме, навел Йозаса на мысль о чтениях, посвященных поэту. Может быть, разнообразные научные интересы Балтрушайтиса подтолкнули его соотечественников к тому, чтобы расширить поле научных встреч в сторону балтистики и балтославистики. Новый взгляд на балтийские языки и культуры, их взаимодействие со славянскими и неславянскими миром – это основная тема. Это направление современной балтистики, расцветавшей в 60-е годы в Москве. Оно связано с именами Владимира Николаевича Топорова и Вячеслава Всеволодовича Иванова, прежде всего. Их и привлекла сотрудничество Литва в лице Йозаса, и тройственный союз вылился в
фундаментальную научную программу конференций, круглых столов, семинаров, творческих вечеров, изданий. Более того, возник круг дома Балтушайц, круг друзей, объединявший ученых, поэтов, художников, писателей, музыкантов, литовское землячество, балтов, балтистов и славистов из разных стран. И мы были этому очень рады. И знали, что этому были рады и наши гости. На время, к сожалению, традиция была прервана. Но, к счастью, только на время. И сейчас дом Балтушайтиса пригласил вас вновь открыть двери. Традиция возобновляется. В том числе и традиция причастности к миру искусства. Сегодня нашего актера и знаменитого культуры, атташе по культуре Йозеса Будрайтиса сменяет новый атташе по культуре Аустас-Латенос, композитор. Так что мы остаемся в искусстве. Мы никуда и не уходили отсюда и от искусства. Наш семинар «Времена года» своим названием указывает на вращение времени. Все возвращается на круги своя. Старое сливается с новым. И мяты Кристианса Данилайтиса объединяют нас всех. Лингвисты, фольклористы, литературоведы, искусствоведы из разных стран откликнулись на нашу идею. Мы особо рады приветствовать коллег из Латвии, которые поддерживают нашу балтийскую консолидацию. Семинар проходит в рамках совместного проекта Вильнюсского университета и Центра балтославянских исследований Института славяноведения Российской академии наук, который всегда принимал живейшее участие в организации научных мероприятий в этом доме. Этот проект – это часть масштабной программы, поддержанные социальным фондом Европы. Литва чай, там, колба, мокслас, культура, весомие. Литва здесь, там, язык, наука, культура, общество. Дом Балтушайтиса как раз и объединяет Литву здесь, Литву там. И самое главное, этот проект объединяет друзей. Так что большое приветствие всем вам, которые собрались сегодня, и я желаю всем нам и вам плодотворной работы. Спасибо. Так что в программе написано, что как бы я должен приветственное слово сказать. Я уже почти все сказал. Я хотел бы только еще сказать и добавить сказанному, что когда мы уважаемым нами всем Йозесом Будрайтисом общались в Вильнюсе и обсуждали мой будущий приезд сюда. Он акцентировал эти мероприятия, которые проходили, и особенно балто-славянских как бы слияниях. И он выразил такое пожелание, чтобы одно из главных пожеланий, чтобы это то, что было создано, вот эта научная работа, научные доклады, и чтобы это все продолжалось, и это очень нужно для наших, как прибалтийских стран, так и для России. Это очень важно. Я рад, что как бы прошло мало времени, я только с середины января мы тут, и уважаемый посол тоже с января, но уже первый наказ Йозеса я уже с господином посолом выполнили, и эта встреча, вот она уже происходит. Сейчас я хотел бы попросить несколько слов сказать председателя Центра балто-славянских исследований Института славяноведения Российской академии наук академика Вячеслава Всеволодовича Иванова.
Подключим. Мне очень приятно исполнить этот долг и приветствовать нашу конференцию и вместе с тем возобновление нашей работы, которая действительно замечательно шла в течение многих лет, наше сотрудничество с домом Балтрушайтиса, вот в пору, когда во главе был наш друг Йозеф Будрайтис, было для нас всех очень ценным и важным. И мы очень рады, что после небольшого времени, когда мы сожалели о том, что был какой-то перерыв в этой работе, работа снова возобновляется. Я думаю, что удачно, что выбрана тема времен года, которая позволяет нам и поговорить об одном из замечательных литовских писателей, который Данилайтис, который создал эту прекрасную книгу. Но вместе с тем это дает основание и для гораздо более широких попыток как-то оценить вклад Данилайтиса в мировую традицию, связанную с темой времен года, вообще с темой календарного времени, сезона. Я думаю, что гуманитарные науки сейчас во всем мире испытывают разные трудности, связанные с тем, что человечество слишком озабочено какими-то текущими темами и не всегда находит время и отвагу задумываться о более серьезных и глубоких вещах. И поэтому мне кажется очень важным не просто погружаться в историю литературы, культуры, но выбирать, как мне кажется, удалось в данном случае, такие темы, которые позволяют сказать что-то существенное и, может быть, даже существенно новое. Поэтому я выражаю надежду на то, что наша конференция пройдет в творческом духе, как обычно вся наша встреча в этом гостеприимном доме. Еще раз позвольте мне поблагодарить хозяев этого дома за их любезное приглашение. Спасибо. Пожелание, хотя я уже теперь старый, пенсионер,
Но все равно я горю вот этим духом нового Куршайтиса, и меня очень интересует и привлекает, что здесь происходит. Конечно, я беспокоился, что как-то так была пауза, не знал, как что будет. Но очень рад, что Фаустус, душа тоже артистическая, и он прислушался к моим советам, хотя я думал, что пропустит мимо ушей. Но очень спасибо Фаустус, что это не ушло так между ушей. И я надеюсь, что балтистика, которая для нас, литовцев, очень важна. Ну, я думаю, что для русских тоже не менее важная, для сближения наших народов, для наведения мостов между культурами. Знаем, что российская культура, великая культура, древняя, очень замечательная, но литовская тоже очень своеобразная, и нам эти отношения нужно как раз как можно больше укреплять и улучшать, несмотря на то, что политическое определенное напряжение существует. И вот наша цель и наша миссия, Фаустус тоже знает, что мы, культурники, должны смягчать эту политическую напряженность и каким-то образом прийти к тому, чтобы мы больше дружили, больше общались. И в эту группу людей, которые приходили в дом Балтушайтиса, надо вовлечь еще больше людей, чтобы этот зал еще растянулся. Мы уже его растянули на одну часть, но его надо еще растягивать. Поэтому думаю, что для этого еще время будет, наступит время. И, конечно, я очень-очень благодарен, в первую очередь, Владимиру Николаевичу Топорову, который был просто душа нашего сближения, наших общений, наших разговоров и тех работ, которые мы здесь делали. Без его совета с ним, без его поддержки почти ничего мы не делали. Мы очень к нему относились нежно и рады тому, что он к нам тоже проявлял замечательные чувства. И, конечно, я объединен с Владимиром Николаевичем, так сказать, поездкой на его дачу Валентиновку, в которой сопровождала нас замечательная и удивительная Татьяна Владимировна Сирян, которая была второй человек, появившийся в этом доме, и который был соединивший меня тоже и утубивший еще с Владимиром Николаевичем Топоровым. Я очень благодарен, Татьяна Владимировна, вашему характеру, вашему упорству и такому отдаванию себя вот этому нашему общему делу, тем всем конференциям, которые были у нас. Я очень считаю, что мы должны большую дань отдать вам, потому что либо может подушайтесь меньше, но все-таки все остальные по Великому князю Литовскому и по Греймасу, которые были, и все, в общем-то, без вашего звука никак не необходимы. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогой Вячеслав Селович. Вы просто своим очарованием нас за руку берете и брали. И мы как-то так без вас сказали, что не хватает. Вот, или вы опаздывали, или отсутствовали. Но нет, вот Вячеслав Всеволодович, не то. Вот приходит Вячеслав Всеволодович, как будто солнце выходит из облаков. Спасибо вам, дорогой Вячеслав Всеволодович. Я просто очарован вашим трудолюбием, вашим желанием общения с литовской культурой, общения с нашими людьми искусства и культуры. Очень благодарю я вас. Ну, конечно, я мог бы перечислить очень много людей. Марию Завьялову, в первую очередь, которая была моя помощница, и которая приложила много усилий такой черной работы, которая нужна была для подготовки
конференции. Это немалый труд, чтобы хорошо подготовить. И, конечно, мы как-то держали связь и с университетом, и с Академией наук через вас. Все через вас мы делали. И то, что центр Балтийский учрежден, тоже ваша честь. Мы очень рады. И я еще хочу поблагодарить тех людей, которые каким-то, не знаю, ветром были занесены случайно в этот дом, но потом они стали очень-очень домашними и активными даже в некотором смысле, которые молодежь, с которой мне помогала тоже с Марией Забьяловой вместе. И я их тоже всех благодарю, что мы провели, наверное, для нас интересное и продуктивное время. Ну и так я хотел бы пожелать, чтобы в будущем это все происходило так очень делово, серьезно и глубоко. И надеюсь, что так и будет, потому что Павлов человек надежный. Можно хорошо поработать. И очень радостно, что для этой первой такой, после перерыва, первой такой конференции выбрана фигура Кристиона Стоянлайтиса. Это фигура неоценимая. Для литовской культуры, для литовской письменности это человек уникальный, это человек-маяк для нашего народа, и мы необыкновенно радуемся, что он интересен не только нам, интересен и многим другим. Особенно нам радостно, что на него обращают внимание и российские деятели культуры. Я думаю, что и символически здесь тоже времена года. Времена года – это, так сказать, нечто не дающее стагнации, стагнирование. Это все время изменения. Меняется как времена года, так и человек вместе с этими временами года. И он живет по этим определенным законам, то, что диктует природа. От природы убежать никуда нельзя, мы должны в нее вернуться. И вот там Домилайтес такой очень яркий указатель, как нам следует по этому пути. Я заканчиваю, я хотел бы просто для того, чтобы было веселее, в самое начало времена года по-русски, как это звучит в экзамене по-русски, значит, это радость весны. Хотя сейчас осень, но я думаю, что у нас настроение такое довольно весеннее, и как раз нам подходят эти слова. Солнышко, мир будя, поднимается в небо все выше, валит дорожек со смехом все то, что зима сотворила. Гибнут стали труды метели, стуж, гололед, пена играя, снег исчезает, и ничто и в ничто превращаясь. Ветка ласково гладит ладонями теплыми поле, каждую травку не зовут воскреснуть из мертвых. Бор и кустарник проснулись, и ветви свои расправляют. В поле бугры и лощины скидают снежные шубки. Все, что в осенней грязи захлебнулось, горестно плача, все, что на дне озер, и в болотцах зазимовало, и под корням, под корявым днем, скоротало зиму, в дремоте, в дремоте. Все это нынче гурьбой потянулось приветствовать солнце. Вот с этим теплом я и хотел закончить, чтобы вам всем было здесь тепло, уютно, хорошо и хорошая работа вам. Сейчас я хотел бы пригласить сказать свои слова дорогую, уважаемого профессора Спроге. И мы соседи Литва, Латвия, и мы, у нас только, как бы, мы только вдвоем в Балтии, да?
Но как ни странно, но друг друга речь не поминаем, хотя все общее у нас. Вот. Ну, спрашиваем. Я еще помню, когда я детство мое прошло за Росай, мы ездили в Даугавпилс, там всегда был большой, все-таки уже город был. И мне почему-то с детства Лапьенда, это уже мы. У нас тоже Лапьенда, только ударение по-другому ставится. Почему-то мне вспомнилось Майзес Касте. Это такое было тогда новшество. Майзес Касте — это ящик для хлеба такой, открывает, туда ездили покупать, чтобы теперь через хлеб и привозили Майзес Касте. Очень красиво пришлось. Пожалуйста. Час мелькает, день придет, утро сеет, вечер жмут, гаснут искорки росы, чередуются часы. Стихотворение Любви Сапрельевича Балтрушайтиса, в чьем доме мы находимся, из земных ступеней, которые очень подходят к тематике, к проблематике нашей конференции. И наш период, наш сезон в этой книге стихов обозначен как сбор винограда. Этот венесийский символ тоже сопровождает нас. Мы вступаем как бы в празднество вот, осенней Венесии. И таким вот образом давайте придерживаться завета поэта, в чьем доме мы находимся. А сейчас я хочу зачитать речь моей коллеги, академика Курсита, которая появится чуточку позже. Уважаемый господин посол, уважаемые участники конференции, как один из ветеранов совместного проекта, которому, если не ошибаюсь, в следующем году исполнится 10 лет, хочу поделиться не статистикой. С ней все в порядке. Конференция проводится, сборники статей выходят. Хочу поделиться радостью, что проект, несмотря на то, что не имеет бюджетных денег, ни от Литвы, ни Латвии, ни России, ни другого государства, удачно держится на плаву. А держится на плаву он благодаря энтузиазму Татьяны Владимировны Цыган и от помощников, благодаря литовскому посольству, где понимают важность продолжения научных контактов специалистов, изучающих балтийскую тему. Проект держится и благодаря отеческому покровительству Вячеслава Всеволодовича Иванова и, конечно, благодаря нам, постоянным участникам проекта. Наш проект – это культурная память, воплощенная в слове, о котором говорила на первой конференции в Калининграде Татьяна Владимировна Цыган. Уверена, что научный семинар «Времена года», посвященный Даниладе суда, снова импульс как самому проекту, так и нашему совместному научному сотрудничеству. Наша встреча юбилейная, 10 лет. Ура! Сейчас хотел бы к микрофону пригласить директора Института лингвистических исследований Российской Академии Наук Санкт-Петербурга, академика Николая Николаевича, Казанского. Добрый день. Мне хотелось бы, наверное, сказать несколько слов, упомянув в первую очередь те имена, которые сегодня не были произнесены. Традиции изучения балтийских языков в России, наверное, правильно начать с имени Филиппа Федоровича Фортунатова, который еще в 70-х, 60-х годах 19 века ездил в экспедиции и который требовал от своих студентов знания литовского языка. Мы знаем, что после послереволюционное время занятия балтистикой испытывали большие трудности. Из Пермского университета уехал выпускник Петербургского университета Казимир Збуга в 1924 году. Сейчас изучается его библиотека, часть которой осталась в Пермском университете. И думаю, что мы должны с благодарностью вспомнить имена тех, благодаря которым традиция изучения не прервалась. В первую очередь это Михаил Николаевич Петерсон,
который вел в Московском университете, вопреки всем обстоятельствам преподавания литовского языка, и для Петербурга, тогда Ленинграда, такую же роль сыграл Борис Александрович Ларин, в свое время уже 50-е, если не изменяет память, избранный членом-корреспондентом Литовской академии наук. Сейчас в нашем институте мы готовим материалы по истории института. И среди прочего обнаружилось, что в 1941 году, в феврале месяце, было создано в Академии наук решением президиума Балтийская группа, которая просуществовала благополучным образом в составе трех человек. В главе был Борис Александрович Ларин, Малов, младший научный сотрудник, занимавшийся старославянскими текстами и один из участников древнерусского словаря, и Софья Ивановна Груздева. Значит, группа эта просуществовала до того момента, когда на фронт ушел Малов и в первый же месяц или во второй месяц на фронте погиб. Но после войны уже никому в голову не приходило это возобновлять, но тем не менее Софья Ивановна Груздева продолжала до самой своей смерти преподавать литовский язык в Петербургском университете, тем самым повышая уровень подготовки просто наших русистов. Упомяну мимоходом, что только что вышли воспоминания Софьи Ивановны Груздевой с забавными черточками, которые показывают разницу в уровне образования. Например, кандидатский минимум у нее состоял из 12 языков, из 12 экзаменов по специальности. Из них 8 были экзамены по языкам. То есть представить себе, что мы сейчас какому-нибудь аспиранту предложим нечто подобное, просто невозможно даже об этом подумать. Я думаю, что здесь правильно то, что мы вот эти ориентиры, пользуясь тем, что и вся эта обстановка в домах к этому нас направляет, должны иметь в памяти и стараться как-то поддерживать вот те традиции, которые были созданы и которые удалось сохранять на протяжении десятилетий, хочется сказать, вопреки всему. С другой стороны, огромное количество проблем. Одна из проблем – та, что у нас отсутствуют полностью учебники. Куда ни посмотри, по специальным курсам учебников нет. Ну, мне проще всего, поскольку я занимаюсь латинским языком в большей степени, классической филологии, проще всего привести пример. У меня стоят все 50 учебников элементарной латыни, выпущенные с 91-92 года. Один другого хуже, хочется сказать. Я имею в виду выпущенные в глубокой провинции. Зачем? Непонятно. При этом теоретической грамматики того же латинского языка такого учебника нет. Лексикологии латинского языка такого учебника нет. То же самое у нас происходит сейчас и с изучением балтийских языков. То есть у нас изданы замечательные два тома в серии «Языки мира». Один по славянским языкам, другой, который не только редактировал, но и почти полностью написал Владимир Николаевич Топоров по балтийским языкам, но это не та литература, которую можно давать студентам на начальных курсах. У нас, боюсь, что не все оказались в затруднении, если бы кто-то попросил сказать, а какую книжку по литовской литературе для взрослого, но заинтересованного человека вы посоветуете прочитать. Я такой же вопрос задавал моему коллеге по поводу русской литературы, и ответ был поразительный. Единственный однотомник по русской литературе серьезный – это Святополк Невский. С тех пор как-то вот мы оказались в такой степени невнимательны к своей культуре. И в этом направлении есть возможности развития и у центра, и у дома Балтрушайтиса, и у
нашей совместной культуры, потому что культура наша во многом совместна. Совершенно замечательно, что Вячеслав Федорович выбрал такую фигуру, как Кристианос Данилайтис, со всех точек зрения. Сегодня мне упомянули о немецких произведениях Данилайтиса. Между тем, он писал и на немецком языке. Время, в которое он жил, время переломное. И здесь в том числе становление литературной формы. В XVIII веке во многих традициях создается и приобретается, заимствуется, но следует иметь в виду, что это творческая задача была, заимствуется античный гекзаметр. И не случайно это тот размер, который Данилайтис выбрал для мяты. Мы наблюдаем некоторую синхронность. Для русской литературы, наверное, если говорить о гекзаметре, первое имя, которое мы назвали, это Гнедич и Жуковский. С другой стороны, все мы помним о гекзаметрах Третьяковского, которыми Пушкин восторгался, корабль «Одиссеев», «Бегом полный деля» и так далее. Значит, как раз вот в это время, в середине XVIII века, делаются попытки приобщения античных размеров в разные культуры. В том числе здесь ничем не отличается немецкая культура от русской. Классический гекзаметрический текст, это перевод Фосса «Одиссеи» на немецкий язык, появляется позже Данилайтиса, так же как Гнедич и Жуковский позже Данилайтиса. Но какие-то первые попытки здесь были, и для нас всех интересен и Данилайтис сам по себе. Данилайтис, обращенный к литовской культуре, причем такое ощущение, что это обращение к литовской культуре, оно шло тоже через античную культуру. Очень многие пассажи Данилайтиса, где он обращается к каким-то конкретным лицам, а вот такой-то ведет себя так, очень уж напоминают написанные, опять же, гекзаметром сатиры или сатиры. То есть вот это вот взаимодействие жанров и включение античной культуры, которая, безусловно, является единой и для всех культур Европы, вот очень важно, что сегодня мы будем говорить о Данилайтисе, о сезонах, о европейской культуре, и мне хочется поблагодарить и литовское посольство, и дом Балтрушайтиса, и центр за то, что вот такая конференция организуется. Мне кажется, что это чрезвычайно важно в настоящий момент, когда, слава Богу, открыты все-таки два отделения Балтийских, в Московском университете и в Петербургском университете, и будем надеяться, что появятся молодые балтисты, которые будут заниматься не чисто лингвистикой, а более широко культурой. Дай Бог, чтобы это произошло. Спасибо. Сейчас хотел бы пригласить представителя литовской делегации, уважаемого Балбута. Наша делегация так внезапно вчера распалась. Но, наверное, сегодня уже снова все соберутся и будут вместе. Пожалуйста. У меня очень такое короткое отклонение от всех протоколов, но как бы, так как всех гостей принято освещать солью и хлебом, и мы вот вместе с хозяином этого дома тоже привезли хлебушек. И я расскажу, как он был испечен. Наш пахарь был Йозеф Гудрайтис. Йонас посмотрел на звезды, когда надо начать, и мы за одну ночь вместе с девочками посеяли, вырастили, пожнали и смолотили и выпекли этот хлеб.
кто его отведает, будет счастлив, здоров, и у него все творческие мысли будут так веять над головой. Так что все между нашими беседами, когда будет чить все, желаем отведать этого хлебника. Спасибо. Добрый хлеб и всем нравится. Я не слышу еще, чтобы кто-то сказал, очень вкусный. Очень, очень вкусный хлеб и нам самим вкусный. Ну, как бы такая официальная поздравительная часть кончилась.